Народ, всем привет! Сегодня покажу, как на котле Navien Ice 160 переключить на летний режим. Вот сейчас даже слышно, у нас котел включился, потому что он стоит на зимнем режиме и работает по минималке. Так, характеристики котла кому интересные. Так, ну и давайте сейчас я покажу вам пульт управления и покажу, как на нем непосредственно переключить зимнего режима на летний режим. Так, вот наш пультик. Вот сейчас у нас получается индикация вот здесь горит, что питание идет, все как бы нормально. Вот здесь, когда у нас загорается зеленым, значит пламя в горелке у нас работает, ну зажглось пламя. Чтобы нам переключить на летний режим, достаточно всего лишь нажать одну кнопку и все. Вот смотрите, вот это получается режим зима-лето. Вот сейчас включен зимний режим. Вот смотрите, сейчас нажму эту кнопку, что появится. Вот видите, вот этот индикатор, или вот как вот здесь похож, да, появился здесь. Он показывает о том, что у вас будет происходить только подогрев горячей воды. Получается, в системе отопления у вас как бы подогрев не будет происходить, а будет происходить только нагрев воды, который у вас идет в смеситель. Котел двухконтурный, получается, горячий контур отопления мы отключили таким образом. Ну, если, например, вот сейчас у нас тоже вот, днем более-менее тепло, солнышко светит, солнышко уходит, становится прохладно, и мы опять, бывает, включаем котел. Чтобы обратно включить котел в зимний режим, ну, чтобы отопление стало работать, необходимо просто еще раз нажать на ту кнопку, и вот этот индикатор пропадет. И это значит, что мы включили обратно зимний режим, но уже на самых минимальных настройках котла. Вот, нажимаю, все. Мы включили снова зимний режим. Кому, ребят, данное видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока, до встречи.